абсолютно все новое здесь. Все новое, вода с таким шумом убегает, просто замечательно. Новым трубам в квартире Ольга Филимонова не нарадуется. В доме дореволюционной постройки она живет больше 50 лет. Здесь всегда были холодные батареи, теперь проблем нет. Канализация работает, водопровод работает, отопление работает. Трубы обновили не только в квартирах, но и в подъезде. Чтобы заменить все инженерные системы, строителям пришлось скрыть стены и полы. После ремонта в качестве бонуса сделали в подъезде ремонт. За свой счет мы произвели восстановительные работы. Мы закрыли все стояки канализационные и отопление восстановили, покрасили полы. Потому что жильцы хороший дом, и жильцы относились к нашей бригаде хорошо, даже чаем угощали. В доме на Садовой 247 обновили фасад. Зданию больше 70 лет. Все привели в порядок за 2 месяца. Сделали гидроизоляцию балконов, заменили водосточные трубы и укрепили балконные плиты. Отштукатурили и покрасили. Сделан фасад не только с улицы, но и со двора. Там арка, в арке все пришлось много штукатурить. Там и штукатурку делали по сеточке, наклеивали сетку. Не просто помазали штукатурку, а наклеили сетку по сетке. Все это сделано очень качественно. В рамках программы капитального ремонта в области уже отремонтировали больше 1000 домов, порядка 400 из них в Самаре. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.